Наше предприятие сегодня, как и в другие дни, работает в штатном режиме. Весь персонал на своих рабочих местах, поставленные сменосуточные задания, они выполняются в полном объеме. У нас есть полное понимание с нашим партнером. Мы, как наниматель, обеспечиваем все свои обязательства, которые прописаны в контрактах и в коллективном договоре. Ну и со своей стороны, работники, сотрудники нашего предприятия также выполняют все свои обязанности согласно контракту. В этом году, конечно же, есть определенные моменты, связанные с падением объемов производства. Связано это в первую очередь, конечно же, с пандемией. Ну и прослеживалась такая тенденция падения цен на коксующий, энергетический уголь. Но сегодня тенденция эта уже снизилась и просматривается определенное оживление на этом рынке. И, соответственно, у нас есть определенные видения того, что объемы реализации нашей продукции будут расти, и объемы производства промышленной продукции также будут увеличиваться.